Когда ты уже найдешь работу? Ну, мам, найти работу очень сложно. Почему ты не пойдешь работать по специальности? Ты же отучился на миллионера. Никому не нужен диплом миллионера. Им нужен опыт работы. Тогда наберись опыта. Что ты такой несамостоятельный? О, супчик готов, открывай рот. Значит, вы хотите кредит на 1 000 000 рублей. А для каких целей? Хочу стать миллионером. Дом заложите? Конечно! Одобрено. Может, потратим этот 1 000 000 и купим новую квартиру? Тогда я перестану быть миллионером. Как еще я получу бесценный опыт работы? Ну да. Миллионером будь отстой. Не пойду работать по специальности. А я говорила, поступай на миллиардера.